Вторая посылка за сегодня, 9 января 2021 года. Что-то длинное такое, непонятно. Мне бы фитолампы не мешало бы уже. Я их жду 2 месяца. Рассада растет. Нужна лампа, а их нету до сих пор. Может вот это. Я уже в магазин съездил здесь, местный, купил лампы. Думаю, самодельные сделать. А, это бур пришел. Перчаточки такие. Фирменные. Прям такие неубиваемые. Да, вот, спасибо, хорошо. Четкие перчатки прям конкретные. И бур. Под шуруповерт. Где-то десятка, 12, скорее всего, диаметр. Так, и вот подлунки. Подлунки сверли. Вот это нужная вещь. Это на весну сажать то, что надо. Хорошо, спасибо. Ну, металл вроде... Да, металл нормальный, крепкий. Ну, да, для луна как раз самое то по размеру. Только я думал, что длиннее. Вообще-то 60 длина должна быть. Я заявлял. Заказывал 60 длину. А мне прислали... А, да, 60. Все правильно. Диаметр должен быть 8 где-то. 7-8. Да, 8. Ну все как надо. Как раз оно подходит под лунку. Хопа. Шуруповерт. Все, спасибо.